Здравствуйте. Мы продолжаем сегодня рассказ о творчестве Юрия Меркулова, соратника Николая Ходатаева. Николай Ходатаев, к сожалению, ушел из мультипликации очень рано, не выдержав прессы цензуры. Юрий Меркулов остался. И он достаточно плодотворно работал в области мультипликации. Но, к сожалению, это был период вообще трудный для жизни советского народа и особенно трудный для жизни творческих людей. И вы увидите фильмы Юрия Меркулова. Это в основном фильмы-агитки, фильмы-плакаты, фильмы-инструкции. Нынче это смешные, наивные фильмы, но тогда они были очень серьезны. И вот наглядный пример. Великий режиссер Всеволод Пудовкин сделал фильм под названием «Механика головного мозга». Это один из первых научно-популярных фильмов. И Всеволод Пудовкин пригласил Юрия Меркулова в качестве помощника, который сделал всю мультипликационную часть этого фильма. Вы видите, великий Пудовкин не побрезговал таким научно-популярным учебным фильмом. Из всех искусств важнейшим для нас является кино. В любом смысле. Великий физиолог Иван Павлов назвал работу Юрия Меркулова в фильме «Механика головного мозга» искусной мультипликацией, которая запоминается. В России были анимационные традиции довольно глубокие, не только 20 века. Но вот, скажем, была знаменитая русская игра «Бирюльки», когда все вещи предметного мира исполнялись в миниатюре для ребенка. И ребенок сам строил свой мир из этих бирюлек. Маленькая ложечка, маленький столик, маленькое платье – это все бирюльки. Вот. И это тоже входило в культуру и переосмысливалось в 20-е годы уже на новый лад. Вот этими маленькими красными звездочками, которые тоже были бирюльками, вот, где был изображен, скажем, плуг и молот, а еще не серп. Вот. Это все питало анимацию, это все обогащало ее совершенно неожиданными традициями. Да, мне кажется, вы правы. И ведь даже вот все эти молодые, пришедшие в мультипликацию в 20-е годы, они иногда в своих мемуарах вспоминают, что где-то на горизонте маячила фигура Владислава Старевича, которого они, конечно, видели в детстве. Я вдруг подумал, что, может быть, и благодаря этим бирюлькам кукольная мультипликация была изобретена именно в нашей стране.
И любопытно, что они, как бы преодолевая вот ту кукольную мультипликацию, которую видели в детстве, в конце концов, к излету 20-х годов и стали обращаться к предметной, объемной кукольной мультипликации. И все персонажи типа Балвашкина или Братишкина, они, как мне кажется, были возвращением вот к игре вот маленькими куклами, как бы, которая в конце концов и проявилась. Конечно. Так что, видите, традиции самые странные, неожиданные, идущие иногда просто из глубины веков. Вот, скажем, пряник тульский, ведь он же тоже объемное изображение, он же скульптура. Вот. И это тоже не нейтрально к анимации, потому что в формах этого пряника ведь было сделано очень много фильмов в 20-е годы. Да. И, знаете, мне кажется, вы нащупали очень такую интересную и плодотворную мысль о том, собственно, чем отличается отечественное кино мультипликационное от иностранного. Поскольку в нашей стране сама индустрия кино складывалась мучительно, и вот такое ремесленничество и, что ли, кустарничество, оно процветало, и мультипликация была для этого как бы одним из наиболее интересных полей деятельности. Да, потому что она была исходно кустарна, если угодно. Да, это было занятие для одиночек или для небольших групп энтузиастов. И вот на Западе, где все трюковые фильмы напрямую родились из феерии, которые могли быть организованы только при машинной, как бы, индустриальной системе производства, то у нас мультипликация родилась не из индустрии, а вопреки ей, на основе каких-то народных архетипических представлений. То есть из пряника или из петуха на палочке, который сосать надо, леденец вот этот. Да, это была игра предметами. Совершенно верно. Вот это бирюлечная игра предметами. В 1928 году Центральное политуправление вооруженных сил СССР, приняв решение углубить и улучшить эффективность военной подготовки, предложило Юрию Меркулову заняться этим с использованием мультипликации. Эта идея заинтересовала его, и он организовал мультипликационную мастерскую Госвоенкино. К нему присоединились Амальрик и Атаманов, ставшие потом известными режиссерами. В этой мастерской он поставил первую военно-учебную мультипликацию. Во всю историю советской власти детей воспитывали в военном духе, даже вот так занимательно, как сделать парашют, как сделать планер, хорошо не бомбу. После Второй мировой, в течение холодной войны, нас готовили все равно к войне. У него рождались идеи, он хотел что-то нового, хотел себя попробовать во всех областях. Ну вот так получалось, потому что он хотел политическую сатиру, а все вроде бы разрешали, а никто не давал делать. Да, ну политическую. Все времена это было моменты, они были очень обоюдоострые. Да, да. Так что это было очень опасно. Все боялись потерять свое место. Разрешишь, а потом неизвестно, чем кончится. Вот этот Но это уже поздние годы, капиталист. Поздние, да. Это он сам любил. Но везде похож на себя. Каждый капиталист похож на него. Только в жизни я был капиталистом. Да, вот его, важно, несчастью, да. Его несчастье, он не любил, он, его деньги не интересовали. Ему нужно было только место за столом, маленькое, неважно, где, что, чтобы можно было рисовать, кстати, все. И все вкусное, чтобы я не сделал все. Ой, вкусно. Царский обед. Конечно, они более всего на свете любили искусство. А ели, между прочим. После фильма «Межпланетная революция» они взялись за новую, очень сложную задачу – полнометражный фильм «Китай в огне». Однако, не полагаясь на свое явно недостаточное знание политического материала, они пригласили в качестве консультантов студентов коммунистического университета, трудящихся Востока, так писал Семен Сергеевич Гинзбург. Фильм «Китай в огне» был задуман широко,
настолько широко, что сегодня это было бы, пожалуй, трудно осуществить. Фильм охватывал прошлое, настоящее и будущее Китая. Ходатаев, Комиссаренко и Меркулов пригласили нескольких студентов в Хутемаса и ГТК. Это государственный техникум кинематографии. Сутеева, Иванова Вано, Валентину и Зинаиду Брумберг, Ольгу Ходатаеву, сестру Ходатаеву. Николай Ходатаев, который работал вместе с Меркуловым, пишет: «Вопрос о жанрах мультипликации стал на конференции мультипликаторов в марте 1933 года. Открытие этой конференции совпало с походом за советскую комедию, за смех в искусстве. Мурзилки легко запоминаются зрителям, благодаря абсурдности самой фигурки. Нет необходимости сложных мотивировок тех или иных поступков героя. Но зато такие фильмочки никогда не возвышаются до комедии, где происходит осмысление конфликта между действующими лицами. Все мурзилки – это клоуны. Они обладают человеческой логикой только настолько, чтобы с помощью ее совершать поступки, нелепость которых очевидна и всегда вызывает у зрителя бурный смех. Сатира, которая захватывает идеи сегодняшнего дня, и в историческом аспекте может иметь героем любого мурзилку, им делается мультсубъект, носящий в себе сюжетный образ, подвергающийся осмеянию. И шаржи, политические и бытовые, очень сжаты, лаконичны и построены на двух-трех сценах. Как мило выглядит этот западный заправила. Но не мир, а война ему нужна. Как пьяница он к атомной кнопке тянется. Готов взорвать покой и тишь, в этом его барыш. Но не сбыться страшной мечте. Времена не те. Вскипай народного гнева волна, народам планеты война не нужна. Волей народов можно вполне руки скрутить в войне. Если народы все заодно, тогда оружие пойдет на дно. В период холодной войны оружием стало служить кино, печать. И все равно была война. Дядя Сэм распыхался сигарой, к миру воспылав любовью ярой. Шить не лыком, руки вроде чисты. Грабил Кубу лапами батисты. Неплоха была статья дохода. Но взошла над Кубою свобода. Куба, да, у Кубы всюду братья. Кто расторгнет их рукопожатие? Дяди жаждут злобного разгула. Атомная снится им акула. Рад бы дядя вновь отведать Кубы. Эй, полегче, обломаешь зубы. И в 50-е, 60-е годы, и в 70-е, и 80-е. Да, народ кормил свою скотину, корову, козу. Кормил хлебом, потому что советская власть запрещала косить траву, не давала ни зерна, ни фуража. Это все было вынуждено. И за это, конечно, расплачивались вот эти вот простые люди, названные здесь крысами. Thank you.
когда Юрий Александрович написал сценарий и пришел на киностудию, то директор киностудии сказал, что не могу включить план, потому что денег нет. Но он вернулся к Будённому и сказал: Семен Михайлович, вот такая история. Мне сказали, что денег нет, и фильма не будет. Юрий, слушай, пойди к этому своему директору студии и скажи им, если они будут снимать фильм, я их приеду и всех порубаю. Еще со студенческих лет Юрий Меркулов увлекся историей Первой конной армии. В 1919 году, работая в одном из московских госпиталей санитаром, его потрясли рассказы смертельно раненого, умирающего у него на глазах кавалериста Будённовской армии. Было какое-то совещание, Будённый встречался с художниками, и он им сказал такую фразу знаменательную: «Наше дело рубать, а вам показывать, как, что из этого происходит». Во время съемок, когда они приехали снимать сражение в Мартыновке, когда местное население узнало об этом, то, к своему удивлению, утром они увидели, что, когда выглянули из окна, что под окнами стоят и повозки, и тачанки, запряженные лошадьми, и сидят партизаны и конноармейцы, которые остались еще в живых. Кроме кинематографа, одно из увлечений Юрия Александровича был флот. А второе увлечение Юрия Александровича, третье увлечение Юрия Александровича, это была Первая конная. Кончившись тем, что он, в конце концов, сделал большую полнометражную картину, хроникальную, но провел очень большую, конечно, работу, и в которой я как раз встретился с ним. Я был художником по макетам. Там большая часть есть, кроме хроники, там есть куски на объемных картах, на рельефах. В местности там ходит стрелка, которая обозначена Первая конная, и она, значит, ведет зрителя по всей местности, по всей стране, где прошла Первая конная армия. Вот эти самые карты, рельефные карты, я и снимал. Одушевлял эти макеты. А противная сторона была опилки, выкрашенные в черный цвет и рассыпанные, соответственно, картам, где занимала те территории, которые были заняты белыми армиями. А небольшая стрелка, вырезанная из плотной бумаги, ездила и наносила соответствующие удары по этим самым черным опилкам. Много материалов погибло. Снятых Тиссе, который ехал вместе с Первой конной армией. Перевернулась тачанка, и половина материалов примерно утонула. А то, что осталось, вот это удалось Юрию Александровичу достать, и он смонтировал, по-моему, очень все неплохо. Популярность этого фильма была так велика, что он не сходил с экранов страны в течение нескольких лет. А жили больше на Первую конную, были же раньше 2% от каждого сеанса. А Первая конная очень пользовалась, там мультипликация интересная. И, ну и, конечно, этого не хватало. Скромное существование, однако, не могло повлиять на круг интересов Юрия Меркулова, который был необычайно широк. Он снимался в художественных фильмах, в маленьких, но очень заметных ролях. Он был поставщиком огромного количества разнообразных идей. Он предлагал сделать панораму, музей, галерею морской славы России. Увлекся идеей создание панорамного кино. Сейчас вы видите кадры из знаменитого фильма «Поцелуй Мэри Пикфорд», где Юрий Меркулов тоже сделал мультипликационную вставку. Очень жаль, конечно, что
идеи Юрия Меркулова так и не попали в реальную жизнь. По крайней мере, одна из его идей все же осуществилась. Музей кино создан, об этом Юрий Меркулов мечтал всю свою жизнь. Действительно, много сделал. Он обучал, выступал, рассказывал о мультипликации, делал маленькие вставки в художественные, документальные и научно-популярные фильмы. Вы видите кадры из мультипликационной вставки. Это работа мультипликации Юрия Меркулова. Такой своеобразный клип, один из первых в России. Мы очень благодарны вдове Юрия Меркулова Антонине Васильевне и дочери Нине Юрьевне за то, что они сохранили это богатство для нас и для потомков. И дай Бог им здоровья. Дорогие друзья, вы познакомились с творчеством одного из замечательных советских режиссеров-аниматоров Юрия Меркулова. А в следующий раз мы вернемся в наши дни на фестиваль «Фантош». Фестиваль проходит в Швейцарии, в городе Бадене. Это фестиваль молодого кино. И на фестивале присутствовали в основном молодые люди. Кино замечательное, интересное, и они сами себя гордо называют авангардным кинематографом. Всего доброго. До свидания. Thank you.